Всем привет, дорогие зрители и подписчики, вы на канале Киберок ТВ, и мы продолжаем играть за нашего охотника. Да, вы слышите, что я наладил микрофон, еле-еле душа в теле, и знаете, в чем была проблема? Проблема была всего лишь в одной галочке, которая стояла автоматически, зачем-то, не знаю зачем, из-за которой микрофон не работал. Ну ладно, главное, что теперь все работает, давайте продолжим прохождение... за нашего охотника. Так, я сейчас нахожусь в великой печати. Вот. А здесь у нас некое задание. А, нам надо выбрать, куда отправимся. Но это потом. Мы еще не доделали локацию одну, да? А что у нас мир-то нас опять отправляет? Понять не могу. Тролли крови, обитающие на проклятых болотах Назмира, угрожают уничтожить весь Зулдазар. Принцесса Таланджа просит у Орды помощи. Нужно отправиться в земли троллей крови и положить конец угрозе. Я что-то не понял, я там уже был. Давайте возьмем задание. Тролли крови, обитающие на проклятых болотах Назмира, угрожают уничтожить весь Зулдазар. Принцесса Таланджа просит у Орды помощи. Нужно отправиться в земли троллей крови и положить конец угрозе. Дела не ждут. Второй раз прочитал то же самое. Болото Назмира представляет величайшую угрозу для моего народа. Я рада, что ты решил мне помочь. Зандалары выстоят. Все? Да здравствует Зандалар! Мы отомстим. Это очень странно, это очень странно. Я уже брал у нее это задание. По сути, вот нам вот эту локацию со змеями нужно доделать, и все будет чики-пуки, чики-брики. И тогда будет, ну, тогда будем третью, конечно же, локацию начинать. Давайте, тут заданица есть. Скочим на нашего скорпиончика. Так, где-то тут. Так, надеюсь, правильно двигаюсь. В этом городе совершенно непонятно, куда и как ехать. Так, может, там наверху? Не, скорее внизу. В каком-то помещении, да? Давайте слезем отсюда. Ох уж эти пирамиды. Ох уж эти... Ацтека тролли. Это, кстати, самый оптимальный вариант, чтобы здание стояло вечно. Именно таким образом его строить. Так, чего хочешь? Эй, незнакомец, хочешь первым узнать об очередном изобретении века? Это утиль Живатор 1. И он может... утроить, нет, даже учетверить твою производительность, если ты делаешь броню. Оружие... А, ёпта, это... Блин, сорян за мат. Это задание для этих... Для профессии, короче. Назад погнали. На полетчика. Так, еще выше надо подниматься. Слушаю. Что ж, летим вот сюда, храм Акунды. Смотри, я уже не помню, что мы проходили в той локации, надо было ее доделывать сразу. Когда я за нее брался в самом начале игры. Но я почему-то захотел в Назмир. Там какие-то проблемы с няшными лисятами и змеенышами. Ну и ничего, разберемся. Если кто сначала не смотрел это прохождение, можете посмотреть, там как раз начало этой локации идет. Я его там начинаю проходить.
Блин, забыл починиться, надеюсь. Надеюсь, там будет. А, у меня есть. У меня же есть маунт. Специальный. Так, где этот маунт находится? А, вот он. Так, у меня 117 левел. Совсем чуть-чуть осталось до 118-го. Хочу же 120-й как-нибудь побыстрее взять. Подписка, кстати, скоро закончится. В этом еще проблемка. Четырнадцатого числа ей уже придет конец. Так, и со мной бегает мастер клинка Каджа и мастер войны Ракира. А чё вы со мной бегаете? Я не могу вспомнить. С кем-то там поговорить надо. Одна моя давняя приятельница по своей воле отправилась в эту пустыню в поисках знаний о давно минувших днях. Если кто-то и сможет найти это оружие, то это Джулваба. Я слышала, она собиралась проводить раскопки в руинах, окружающих большую пирамиду. Так, вот она. Мира. Никто не знает эти дюны лучше, чем я. Доли и Крапинка уже проголодались. Тянуть повозку с троллями нелегкий труд. Мы готовы отправиться в путь. А, ну да, мы здесь вроде как закончили все дела. Подожди. Тогда я сяду на маунт и починюсь. Вот что я хотел. И как раз продам мусорок. Все. Ты нравишься Доле. Мы готовы отправиться в путь. Ты же вернешься, правда? Я слышал, вот этих вот персонажей сделают игровыми. Доле и Крапинка весело, но порой хочется поговорить с друзьями. Мы же друзья, да? Конечно. Конечно, малютка. Без тебя бы мы Ракиру не нашли. А почему меня сзади посадили, а? Что за фигня? Эль Пако. Так, по-моему, называются вот эти вот ребята. Эль Пако. Они любят плеваться. Это что-то вроде верблюда. Кажется, вон те тролли не ваши друзья. Это воины Джакразета. А вот это уже нехорошо. Прыгивайте с повозки. Скорее. Здрасте, ребят. Повозку сломали. Эй. А Джакразета привет. Что за Джакразет? Я не помню даже. Самому что ли летсплеи пересматривать свои? Так, мастер войны Ракира хочет поговорить. Совершенно ясно, что Джакразет не успокоится, пока не прикончит меня. Пустыня кишмя кишит убийцами. Опасность поджидает на каждом шагу, но нам надо спешить. Руины тут совсем неподалеку. Дальше пойдем пешком. Наш Джакразет не должен найти Джулбабу раньше нас. И не найдет. Так, странно, мы были уже здесь, раз локация открыта. Блин, я так и забыл себе нового пета взять в Назмире. Ёпрсте.
Давайте в конце этого видоса сбегаем, возьмем себе этого маунта. Ой, тьфу ты, маунт. Вот такого питомца, короче. Паучка, помните? Синий паучок такой красивый. Так, наверх или вниз? Ничего не понимаю. Наверное, сюда. Как я рада тебя видеть! Сюда! Я нашла ее! Нашла? Ты ранена? Я в порядке, но моему другу совсем плохо. Поплохело? Меньше пить надо. Это долгая история, а нам нужно спешить, пока Бон Сам Ди не забрал его душу. А, это типа змеёныш. Правда знаешь? Никто не заслуживает такой судьбы. Я сильно ослабил Серика, у нас мало времени. Поосторожней там. Хочешь что-нибудь купить? Нет, хочу взять задание. Рад видеть, что пески еще не поглотили тебя. Медленная смерть. Яд Скорпида обычно означает медленную и ужасную смерть. Просто чудо, что твоему другу удалось так долго продержаться. Принцип действия противоядия почти всегда один. Что убивает, то и лечит. Для лекарства нужен яд из нескольких жал Скорпида. Этот яд мы смешаем с мазью из корня колючей сливы и получим противоядие, которым смажем его раны. В пустыне есть все. Природное лекарство. Твоему другу долго не протянуть. Скорее всего, яд Скорпида уже разъедает его вены. Если не достать противоядие, он точно умрет. Но я помогу. Во-первых, мне понадобится корень колючей сливы. Его природные лечебные свойства позволят приготовить подходящую основу для мази. Куда песок, туда и будь. Добудь все нужное для лечения змея. А я расскажу Джулбабе, что мы узнали. Хорошо. Что это такое? Фляжка зала. Ну и ладно. Скорпидов надо убивать. Блин, прикольные локации, конечно, Близзарды делают. Хотя я это уже говорил много раз. Друг на друга не похожи. Это, конечно, красиво, красиво. Эй, ты там давай, не жри цветочки мои. Так. Цветочков нам сколько надо собрать? 6 штук. Окей. А вон еще одна. Главное не забыть в конце этой серии сходить себе питомца завербовать. Я уже как-то хотел... И забыл все равно. Вот это я понимаю, тараканы, а? Офигеть. Фу, блин, отвратительно. Ненавижу, блин, всякую живность подобного рода. О, смотри, маленький скорпид бьется с большим скорпидом. Так, все собрали. Падальщиков теперь сейчас прикончим. Так, 4 из 6.
И последний. Все, готово. Пошли делать противоядие, спасать этого бедняжку. Что там у тебя? Медленная смерть. Ты принес жало Скорпида? Держи. Будь осторожнее с жалами Скорпидов. Если они отравят еще и кого-то из нас, задачу эту это не облегчит. Ну, задачу не облегчит. У Скорпионов очень сильнодействующий яд. Говори, как есть. Ты принес корень колючей сливы для лекарства? Конечно, принес. Эти корни именно то, что нужно. Настой готов. Я работаю быстро, надеюсь, что быстрее яда Скорпида. Дай эту микстуру своему другу. Да проследи, чтобы он выпил ее до последней капли. Если все будет хорошо, ты сразу узнаешь. Пустыня не щадит расточительности. Окей, а с чего это он, мой друг Серик? Мы что, с ним уже встречались? Микстурку держи. Поднимайся, братишка. Силы возвращаются ко мне. Кажется, противоядие действует. Это хорошо. Ты хочешь нам помочь? Спасибо, что спас мне жизнь. Боюсь, у нас нет времени на церемонии. Вы не единственные, кто пришел в Зуладжин за ответами. Это место кишит мародерами и убийцами, и все они что-то ищут. Пока безуспешно, потому что никто не знает, где искать. Зато я знаю. Осмотри статую в центре руин. Там ты найдешь ключ к древним тайнам города. Ситралис, наше спасение. Да-да-да, ваше спасение. Это наверх надо подниматься, да? Задание? Не понял. Откуда? Мас, здравствуй. Есть что для меня? Мы забрали это устройство у ситраков в руинах на востоке, но не знаем, как им пользоваться. Как только ты подошел, оно начало светиться. В тебе есть что-то такое. Мас замолкает и рассматривает камень у вас на шее. Или на тебе, в общем, что бы это ни было, но оно пробуждает силу устройства. Прошу, охотник, возьми скипетр и осмотри статую хранителей в центральной части руин. Там что-то есть, и это очень обеспокоило их надзирательницу. Бесполезных вещей надзирательницу не бывает. Обеспокоило. Ай-яй-яй. Так, стоп, это там где-то. Не понял. Что-то я не... А, я что-то не взял, я забыл что-то взять. Ну ладно. Возьми там что-то, она сказала, и я без этого пошел. Скипетр вот этот. Класс, прикольно. Ну, на Сирусе, кстати, можно за ногу поиграть. Тоже ползаешь таким образом. Ай, какая красивая змеёнышка. Змейка. Кобра причем. Это, ребята, кобра. Это вам не хухры-мухры. Чего? Уважающий закон, справедливый, верный, твердый. Именно эти слова приходят на ум, когда говорят о Ворике, хранитель Ворик. Он верно и непреклонно служил Ситралис. Его мудрость и
принципиальность не подлежат сомнению. Ничто не сможет отвлечь Ворика от долга хранителя. Пока его братья охраняют его, он сам не отрывает взгляд от горизонта. Ни один враг не подберется достаточно близко, чтобы разбудить нашего спящего гиганта. Спящий гигант. Ворис или как там тебя? Ворик. А ты кто такой? Султис, хранитель. Султис ближе всех к Ситралис. Любовь к своей Лоа и пустыне сподвигла его избрать кобру своим духом-наставником. Его часто называют первым хранителем. Хотя его сила была огромна, он знал, что ее не хватит, чтобы запечатать гробницу. Он стал искать тех, кто разделит с ним эту ответственность. Ворик и Кортек согласились на это. И так появились хранители. Ситраке приходится всех своих земель, чтобы положить к ногам статуй хранителей знаки своего почтения. Эти знаки воплощают все, за что борется Султис. У Ктракси никогда не должно появиться нового шанса уничтожить все, что нам дорого. В общем, они тут гробницу какую-то держат, похоже. Превратились в статую, бедняги. Так, где-то там еще. Это у нас кто? Хранитель Кортек. Кортек храбрый. Предания о его силе и мастерстве стратега разошлись по лагерям, где обучаются молодые воины, и все они знают его имя. Когда надежда на победу иссякает, сказания о Кортеке заново пробуждают боевой дух. Он может в одиночку изменить ход битвы. Он сражается за свой народ со страстью и яростью. Он наш любимый брат. Для него нет ничего дороже ситраков. Мы лучшие, мы мудрые, мы могучие. Пока он защищает нас, нашему народу не страшны чужаки. Ясненько. Значит, воин. Так, тут у нас что? Древние камни вибрируют от заключенной в них магии. Похоже, в глазницах древней статуи когда-то были самоцветы. Может, недостающие камни удастся найти в развалинах? Может быть. Слушай. А я в этой форме, пожалуй, и побегаю. Камешки-то поищу. Где они тут? О! И не надо никого убивать. Ну, разве не шикарно? Так, где-то там наверху. Не-не-не-не, не лезь ко мне. Все, готово. Тут еще заданица есть. Какой лох по мне стреляет? Ах ты, бля, ПВПшный ублюдок, а нет. Нет. Бля. Я еще в этой дурацкой форме. А, я мог ее просто отключить. Блин, вот ПВПшники гребаные ублюдки. Какой левел был, сейчас мы его нагнем. Мало кто так убедительно притворяется мертвым. Не-не-не-не, ты чё? Не надо. Так, где мой стелс? Нужно по стелсу подойти к нему и дать ему люлей. Стелс у меня, стелс. Стелс, отрыв, нет, не то. На С у меня стелс. Сейчас, ну, отлечимся мы быстро, вне боя, надеюсь. ПВП, друзья! Сейчас будет ПВП!
Так. Я что-то не заметил. Так, сейчас отойдем. Сейчас отойдем, спрячемся, отвлечемся и пойдем этого говнюка ловить. Так, ну все, погнали. Зайдем с той стороны. ПВП! Или застал. Так, это свои. Кортек! Я подвел тебя. Это, мать твою, свои. 44 секунды еще у меня будет стелс. Близко подходить нельзя. Где этот ублюдок? Не парься, все хорошо. Не совсем понимаю. Не здесь. Он что, свалил, что ли? Не захотел подождать, пока я вернусь и надеру ему жопу? Вот уж эти ганкеры из-под тишка только могут бить. Это ситраки. Тут все красные, я вот поэтому не могу понять, где... Кто? Где живой человек, а где, блин, мобы? Где этот гребаный ушлепок? Я должен отомстить. Блин. Ладно. Так, смотрим по сторонам аккуратно, чтобы этот говнюк... Чтобы этот говнюк из-под тишка не подкрался. Это наш чувак. Ладненько. Похоже, в глазницах древней статуи когда-то были самоцветы. Вставляем. Камни идеально входят в пазы. Ой! Сорян. Горик, если ты получил это сообщение, боюсь, я опоздал. Кортек предал наш народ и собирается разрушить барьер, который мы установили вокруг гробницы много лет назад. Остается лишь надеяться, что я достаточно хорошо спрятал свой ключ, и его сможешь найти только ты. Король Кооба. В древнем... В реликварии лежит один единственный камень, вибрирующий от заключенной в нем магии. Может быть, Серик знает, что это такое? Так, это задание. Где этот лох? Ну почему они не ждут? Слышишь, вот напал и удрал лох. Только может в спину бить. А по чесноку не хочет. Хотя на Сирусе я тоже так делал. На самом деле. Все правильно, мы же воюем. Война. Война. На войне нет чести. Ни у кого. Я бы хотел в ту же форму еще раз обратиться. Если можно. Хочешь что-нибудь купить, продать? О, спасибо тебе. Ты такой смелый. Это как раз то, что нам нужно, чтобы извлечь как можно больше пользы из наших находок. Ты прибыл очень своевременно.
Если верить твоей информации, мы должны заполучить эти реликвии в свою коллекцию. Отправляйся в руины и поищи эти знаки почтения, которые ситраки могли оставить своим хранителям. Пусть ими лучше владеют те, кто будет их оберегать, а не уничтожать. К тому же со временем любая вещь становится интересной определенному кругу лиц. Береги себя, за тебя этого никто не сделает. Так, чую, что мы апнем левел в этой серии. Тебе что-нибудь нужно? Куда бы мы ни пошли, они уже тут как тут, ситраки. Вот бы кого в жизни больше не видеть. Так переезжай. Похоже, они ищут какой-то ключ. Исходя из добытой нами информации, ищут они явно не там. Какой бы заманчивой ни казалась мысль продолжать водить их за нос, нам надо заканчивать свои дела и сматывать удочки. Ты сильно поможешь нашей команде, если прибьешь десяток. Бесполезных вещей не бывает. Окей, прибьем десяток. Так, это понятно. Следим в оба, чтобы альянса не было. Откуда, кстати, здесь гребаный альянс? У них... Разве здесь есть квесты? Там были какие-то квесты, когда я за альянс сюда приезжал, так сказать. Так, там еще один сундук. Давайте-ка мы... Странно, я же уже открывал. Ясненько, я просто оставил в нем мусорок. Наверняка отомстят. Блин, какая спокойная музыка играет, ёпрасте. Прям релакс. Нет, чтоб что-нибудь боевое. Что за лук? Хуже моего. Да ладно, не так уж и подвел. Нас не остановить. Остановим, как миленьких. Еще нам служить будете потом. Правильно? Говорю. Так, врагов рядом нету, вроде как. Занерзула. Жизнь занерзула. Так, и с этим разобрались. Нужно еще ситраков этих, или как их там, перебить. Какие тебе ключики, а? Ключ принадлежит нам. Нет, нам. От остальных я не потерплю неудачи. Пусть твою душу поглотит пустыня.
Так, засчитала, да? Засчитала нам убийство этой барышни. Что-то не понял, а что это не откатилось? Стая воронов. Так, моя бедная обезьянка, ты чё, помираешь? Хорошо, что у нее есть дух черепахи. Это реально спасает. И даже подсказывает мне, что пора лечить. Ты ничто перед империей! За меня отомстят! За тебя отомстят... И мстя ваша будет просто страшна. Блин, да ты задрала. Сколько тебя убивать можно? Бессмертная. Ой-ой-ой. По-моему, нагрел слишком много. Так, еще одного. Еще одного засранца. Вот прям отсюда. Ой, я упал. За императора! За императора Нильфгарда. Имгира Вар Эмрейса. Пляшущего на курганах врагов. Изи. Так, а что-то там мы что-то не сделали наверху? Какого хрена? Где мой гребаный маунт? Не маунт, где мой помощник? Мой обезьяныч. Обезьяныч, ты куда делся? Обезьяныч решил своими делами заняться, походу. Так, и где что? Нифига не понимаю. Видимо, там. О, вот он, ублюдок. Ща ганкать будем. Надеюсь, это он. Или не он? Блин, а он же на маунте ездил. Чё это я не подумал? Надо было догонять. Ты где? Куда он делся, блин? Да ёпрос-то. Только что был здесь. Ладненько. Хотел, так сказать, сзади подступиться. Хе-хей. Ты нашел реликвии? Держи. Превосходно. Нельзя недооценивать силу ностальгии. Эти реликвии заключают в себе огромную историческую ценность. Денежную тоже. Ох уж сразу деньги ей в голову приходят. Отлично, мы им здорово досадили. Это так весело. Хочешь выжить? Умей вертеться. Что у тебя есть для меня? Надирательница на Нерзет очень жестоко и быстро выходит из себя.
И ее ужасно злит, когда что-то пропадает, перемещается или меняется. Мы уже столько от нее натерпелись. То, что благодаря тебе устройство заработало, это определенно большой плюс. Без нее нам было бы куда проще закончить свои дела здесь. А, и заодно забери один камень с особыми силами, что она носит с собой. Он может пригодиться. В пустыне все есть. Странно, я ее уже убивал, но вроде ничего, никаких камней у нее не было. Нафига так делают, а? Лучше бы сразу подобрал, взял задание и сразу сдал. Вот так было бы круто. Правильно говорю? Так, я так полагаю, что мне где-то там надо что-то сдавать. Но мы сначала закончим дела здесь. Пошли надзирательницу убьем. Еще раз. Разрешите-ка я тут проеду. Эти проклятые зандалы. Ключ принадлежит нам. В отличие от остальных, я не потерплю неудач. Пусть твою душу поглотит пустыня. А, отлично. Азритовый ключик какой-то, да? На азрит было похоже. Или что это? Ну ладно, пофиг. Что нам надо было там выбить-то из нее? Ключ какой-то или что? Так, ну, сейчас вот эти два задания сдаем. Я, наверное, сгоняю, так сказать, приручу себе паучка. Тебе удалось покончить с надзирательницей? Держи. Так хочется продать этот камень. Похоже, вещица ценная. Но учитывая последние события, думаю, лучше все же оставить его себе. Возможно, еще пригодится. Хочешь выжить, умей вертеться. Все, ГГ, с вами закончили. Так, ну будет левел-ап или нет? Мы должны быть сильными. Что там у тебя? Камень Султиса, держи. Этот камень мне уже доводилось видеть нечто подобное. Ботики, ботики. Так, 268, 250. 241 ботики берем. Думаю, это один из ключей хранителей. Точно может сказать только Ворик. Мы должны немедленно отправиться в храм. Мой тиродактиль доставит нас туда. Как только ты будешь готов, но лучше поторопиться. Ну ладно. Мы исполняем. Так, 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 одеваем. Это оно было, да? Да. Это было оно. А еще пояс. Еще вот это лучше. Так, так, так. Больше ничего не забыл тут надеть. Ничего вроде бы не забыл. Джулваба. Ну, здравствуй. Мне нужно вернуться на арену. Раз Гаджи захочет узнать, что здесь произошло. Если тебе нужно где-то прятаться, найдешь укрытие на близлежащем аванпосте. Я предупрежу нашего предводителя о твоем приходе. Будь осторожнее, Робин Гуд. Береги себя. Мне нужно вернуться на арену. Будь осторожнее. Джек Розет назначил за твою голову неплохую такую награду. Ну все, полетели. Нужно продолжать, пока левел не апнем. Правильно. Наш храм — последний бастион в войне против отступников. Когда-то давно... Мы жили в единстве, как завещала наша Лоа.
Но Кортек предал нас. И его отступники принесли в наши земли войну. Он ведет их в бой, чтобы найти оставшиеся ключи. С ними он сможет разрушить барьер вокруг Атуламана и завоевать Зулдазар с помощью того, что сокрыто внутри. Мы сделаем все, чтобы остановить его. Серик, как хорошо, что ты вернулся. Отступники схватили Ворика. Кортек начал эту войну. Нельзя дать отступникам захватить этот храм. Level up, друзья! 118-й. Ура! Жду поздравления и лайки, и подписки. Похоже, пока меня не было, отступники прорвали оборону. Видимо, им нужен ключ Ворика. Это единственная причина, по которой они взяли его живым. Прошу тебя, Робин Гуд, верни его нам целым и невредимым. Так, ну тут неплохие такие награды уже пойдут. Плащ, конечно, красивый, но колечко, наверное, будет ценнее. Да. Отступники не получат наш храм. Так, слушайте, давайте я вас тут оставлю. Так, где-то здесь должен быть полетчик. Не, давайте возьмем задание и тогда оставлю, чтобы знать, куда лететь. Похоже, пока меня не было, отступники прорвали оборону. Видимо, им нужен ключ Ворика. Это единственная причина, по которой они взяли его живым. Прошу тебя, Робин Гуд, верни его нам целым и невредимым. Берем. Кортек начал эту войну. Хаос в их рядах. Этот храм – наш последний бастион в войне против отступников. Для его защиты нам понадобится все, кто способен держать оружие. И от твоей помощи мы не откажемся. Отправляйся на поле боя и сделай все возможное, чтобы посеять хаос в рядах врагов. Ситралис спасет нас. Стесните их. Отступники осадили наш город, наш дом. Они нападают уже не в первый раз и не в последний. Мы должны защитить храм. Сделай все, что в твоих силах, чтобы прорвать осаду и отправить их назад. Империя отступников падет. Да. Не хочешь подраться? Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Так, еще здесь задание. Всем врагам империи отступников. Песчаный разведчик Визарик патрулирует дюны к востоку отсюда. Соберите мощный отряд и уничтожите его. Тот, кто преуспеет, получит достойную награду. Книжку какую-то получили. Открыть ее почему-то нельзя. Ну ладно. Где ваш полетчик? Наверху, наверное. Кто? Кто на бате? Кто хотел меня атаковать? Здрасте. Здрасте, 119-й, прям как ясти. Так, меня сейчас интересует, где, блин, грёбаный полетчик. Нельзя здесь. Вот тут где-то. Все, нашел. Так, ну мы, по сути, уже закончили на сегодня прохождение, ребят. Я просто сейчас покажу вам, где достать красивого маунта. Где достать красивого, как его там. Так, куда лететь-то? Дайте на карте гляну для начала. В Назмир летим. Летим в Назмир к покоям Торги. Где-то там должно быть. Покой Торги. Полетели. Но я, ребят, не буду вот весь полет вам показывать. Прилетим
И тогда я сниму с паузы и покажу просто вам. Вы уже можете заканчивать, если вы не охотник, вам это ничего не даст. Можете заканчивать просмотр. Прощаюсь с вами, друзья. Кто прямо сейчас уходит, не забудьте лайкосик поставить, подписаться. Все такое. Ну, себе сейчас выбью питомца и покажу людям, возможно, вам пригодится. Нифига себе у них тут оазис. Охренеть. Посреди пустыни. Шикарно. Ну ладно, ребят, пауза. Так, ребятки, ну я прибыл в нужное место. Сейчас мы уберем нашего пета. Отпустить. Вот. Моб, правда, сложный, как его... Ну, его, нам его просто приручить, нам его не надо убивать. На карте это вот здесь. Вот Торга. И чуть восточнее нахожусь я. Вот, здесь стоит черепах. Чак такой. Вот, давайте я смотрю, что вон. Вон Торга, я прям на него смотрю. За спиной какая-то фигня. Там что там? Назва-то какая-то, вот. Ну, сориентируйтесь. Если вы охотник, приходите... Так, стоп. Где моя приручалка? Где моя приручалочка? Вот здесь. Хорошо. Эй, ты! Ты видишь, охотник? Ты ведь охотник? Поможешь мне? Мне нужна интересная история. Я взял у друга один свиток. Кажется, он позволяет призвать что-то мощное. Сразишься с тем, что я призову? Хочу посмотреть, как эта штука работает. Давай. Я надеюсь, его можно приручить, потому что я только догадываюсь, что это можно сделать. Блин. Нельзя применить к этой цели. Ну почему такого красивого маунта нельзя приручить? Твою мать. А я уж думал, нашел... Не маунта, а питомца, я имею в виду. А я уж думал, нашел что-то интересное. Ай, ладно. Нельзя применить к этой цели. Но почему? Почему? Ай, ладно, ребят. Я расстроен, я огорчен. Твою налево, нельзя приручить эту тварь. А, ёпрсты. Ну, сорян, ребят, все-таки не смог вам показать клевого питомца. Потому что это не питомец, оказывается. Бывает. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.